Более 200 пожаров случилось в районе в прошлом году. 2021 год завершился, и настало время подводить его итоги, в том числе и для противопожарной службы. Этот период стал непростым, принеся на полсотни возгораний больше, чем в 2020. Три четверти из них – это пожары в полях, и лишь четверть случилась в домах и надворных постройках, унеся жизни двоих людей, что соответствует статистике 2020 года. Очень много возгораний произошло по вине жителей самих. Это сжигание сухой травянистой растительности, а также мусора, сухих порубочных остатков. Организации нарушали требования пожарной безопасности. За прошлый год инспекторами МЧС было составлено 28 протоколов на жителей и организации. К счастью, в том числе и благодаря этой работе, лесных пожаров на территории Сергиевского района допущено не было. Трава чаще горела на периферии, но там заслоном на пути огня стали добровольные пожарные команды. Их помощь, конечно, очень высока. Пока пожарные машины выезжают на место и добирается, то уже органы там ДПК у нас уже действуют. И на елках бывает, и везде бывает. И потом и строения горят, и бани горят особенно. После Нового года на Новый год так вот, праздники. Не шутите, люди, с огнем. Огонь в любое время – это сила. Не забывайте ни на минуту, ни ночью, ни днем, предупреждает МЧС России. Ну а мы филиал МЧС России. Да пока. Зимой, как показывает практика, наибольшую опасность представляют собой отопительные приборы, особенно самодельные, о чем следует помнить всем нам, чтобы сохранить имущество и сократить количество работы противопожарным службам. Все новогодние праздники они провели на посту. О происшествиях, случившихся за эти каникулы, смотрите в сюжете «Радуги-3» уже в первые рабочие дни Нового года.